Дорогие мои, всем привет! Как вы знаете, сейчас я нахожусь в гостях у мамы, и, конечно, я не могла не использовать эту возможность и не сделать очередное видео для женщин постарше. Покопавшись в мамином гардеробе, пригласив ее опять в качестве модели в свое видео, я приготовила для вас советы, интересные идеи, какое платье можно подобрать себе, если вам за 50. Итак, я отобрала 5 вариантов идеального платья для женщин в любом возрасте. Платья, которые скрывают недостатки, подчеркивают достоинства. И начну я с одной из любимых моделей платья для меня. Это платье-жакет. Вот такое платье оказалось в мамином гардеробе, мы вместе его выбирали. Оно не совсем такое классическое платье-жакет, но также из этой же серии. Я уже не раз, в принципе, рассказывала о всех достоинствах платья-жакета для женщин любого типа фигуры, женщин любого возраста. Это платье, как правило, сделано из плотного качественного материала, что уже очень положительно влияет на весь силуэт. Модель платья всегда смотрится очень достойно, в принципе, для любого выхода в свет. Украсив такое платье какой-нибудь шикарной, красивой брошью, оно вызовет восторг у всех окружающих. Я советую в более прохладное время надевать платье с плотными, матовыми, непрозрачными колготками, что еще больше усилит такой странящий эффект. Ну и элегантные туфли, неважно на каком каблуке, отлично дополнят образ. Как видите, платья-жакеты могут быть абсолютно разных фасонов. Это не обязательно скучно, формально и так далее. Следующее платье, которое мы вам покажем, это платье в полоску. Это одно из моих самых любимых платьев в мамином гардеробе. Во-первых, я очень люблю полоску, как я уже не раз отмечала. А во-вторых, этот принт, конечно же, очень странит, во всяком случае он точно не сделает вас больше, даже вот в таком светлом платье. У платья легкий летящий материал, что опять же еще более облегчает образ, и плюс ко всему оно дополнено маленьким черным пояском, при помощи которого мы также выделяем талию. Вообще такой принт в одежде идеален для женщин не только за счет своих стройнящих качеств, но и потому что он действительно очень освежает весь образ. Такой принт легко сочетается с любыми яркими аксессуарами. Вы можете дополнить это платье туфлями, сумочкой или украшением абсолютно любого цвета и получить свежий модный образ. Вообще, несмотря на то, что я очень люблю качественную одежду черного цвета на женщинах, это смотрится чаще всего очень благородно, и все мы знаем, как странит вообще черный цвет, но все же не стоит забывать и про более светлые оттенки, которые наоборот освежают образ и украшают, в принципе, любую женщину. Следующее платье для тех, кто давно подписан на мой канал, уже знакомо. Это зеленое платье из Зары. Абсолютно идеального фасона, на мой взгляд, идеального цвета. Я убедила также и маму приобрести его. Это пример того, что можно иногда за совершенно небольшие деньги подобрать себе идеальное красивое платье. Это платье особенно подойдет женщинам с проблемной зоной в области живота, боков. За счет своего объема оно скроет все недостатки, но в то же время длина его подчеркнет стройность и красоту ваших ног. V-образный вырез – это самый идеальный вырез для всех типов фигур. Он удлиняет шею, он в целом визуально странит весь силуэт. Поэтому вообще, в принципе, женщинам я советую приобретать блузы, платья, футболки даже именно с V-образным вырезом. Так как фасон этого платья очень простой, я советую также украсить его красивой брошью или красивыми серьгами. Это как раз, пожалуй, самое стильное, но в то же время самое комфортное платье у нас в гардеробе. Следующее платье – это как раз, наоборот, пример того, как при помощи воздушного легкого платья можно создать очень женственный, красивый силуэт и подчеркнуть талию. Конечно, если у вас тип фигуры яблоко и ваша проблемная зона – это как раз живот, то это
платье не подойдет вам. Но если у вас есть возможность продемонстрировать свою стройность, красивую талию, то это как раз пример того, как это сделать. Вообще такой фасон платья за счет создания объема сверху и снизу выделит, подчеркнет талию на любой фигуре. И здесь хочу отметить, что если ваше платье достойной длины, правильной посадки, то ничего страшного нет в том, чтобы оголить немножко плечи. В правильном платье и правильном образе это никогда не будет смотреться вульгарно и нелепо. Ну и напоследок хочу показать вам пример платья для какого-нибудь торжества. Мне очень нравится, как сидит это платье на маме. Оно выполнено из качественного, очень плотного материала и поэтому отлично держит форму, подчеркивает талию и вообще весь силуэт. Длина у этого платья также идеальна, мы подгоняли его у швеи, и она как раз доходит до самой изящной, тонкой части щиколотки. Зеленый — это вообще любимый цвет моей мамы, и в принципе зеленый всегда смотрится красиво и очень достойно на женщинах более старшего возраста. Вообще очень часто такие фасоны платьев женщины после 50 даже не представляют на себе и, соответственно, даже не смотрят в их сторону в магазинах. Я советую вам иногда все-таки примерять такие платья. Всегда можно подогнать у швеи любой вообще фасон под свою фигуру и наслаждаться своим отражением в зеркале. На этом у меня все. Девочки, у кого не получается подписаться на мои рассылки, возможно, вам стоит проверить свою почту в сообщениях в спаме, потому что у большинства все получилось, и все уже давно получают мои рассылки. Всех вас обнимаю, всем отличных выходных и до встречи в следующем видео. Всем пока!